Да. Солдат, вот же я король Испании. Самый большой парк в Европе, самый крутой город. Мы называемся американским, а они русские. Дракон Хант – монстр, свившийся кольцами. Это символ Порт-Авентура. Спуск с высоты 45 метров происходит с головокружительной скоростью 110 км в час. И четырехкратная сила притяжения. Она ощущается и на самом деле. Но длится всего лишь 1 минуту и 5 секунд. И этого времени достаточно, чтобы потерять голову. Был построен после психологического вопроса. Жителям предлагалось выбрать 5 географических мест, где бы им хотелось побывать больше всего. Теперь это 5 стран света. Полинезия, Китай, Мексика, Дикий Запад и Средиземное море. В каждой зоне созданы особенные страны, готовятся к другой национальной кухне. Это настоящий мир приключений. Ты чувствуешь себя героем приключенческого фильма. Есть и такие легкие аттракционы. 17-метровый спуск на лодке со скоростью 55 км в час. Далее. Здесь все настоящее. Полинезийские деревни, забытый город. Искусственно созданных пляжах здесь можно увидеть зрелищные ритуалы и танцы, чисто матери природы. Артисты дают в день по 40 представлений, а дети включаются с ними в игру. На обслуживании парка занято 3000 человек, и из них 600 – это артисты. На память о разных частях света можно увезти множество сувениров. Здесь столько качелей, карусели, что за один день обойти их, конечно, нереально.